здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Следуя букве закона, глава Чувашии провел координационное совещание по обеспечению правопорядка. Артисты по призванию. Народный театр «Родник» представил очередную премьеру. Они стали друг другу родными. Наша съемочная группа познакомилась с приемной семьей из Красноармейского района. Коррупция, детская преступность и проверка кандидатов на судимость. Вопросы обеспечения правопорядка обсудили сегодня участники координационного совета при главе республики. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Программа «Безопасный город» уже не первый год доказывает свою эффективность. Уличные камеры помогают полицейским раскрывать преступления по горячим следам. Количество угонов, краж и разбоев в республике сократилось. Совместно с нарядами полиции на охрану общественного порядка ежедневно в среднем привлекается около 30 народных дружинников. Продолжена работа по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», на который были направлены основной массив финансовых средств, выделенных местными органами власти в рамках реализации программ правоохранительной направленности. В большинстве случаев черту дозволенного переходят люди, злоупотребляющие алкоголем, и те, кто вернулся из мест не столь отдаленных. За бывшими арестантами должен быть налажен тотальный контроль. Сейчас им помогают адаптироваться и подыскивают работу. После выхода из мест лишения свободы практически 50% граждан, которые к нам обращаются, мы стараемся трудоустраивать. В этом плане у нас заключено соглашение с УФСИНом. Вопрос держится на контроле. В республике продолжают эффективно бороться и с коррупционными преступлениями. Только в прошлом году было выявлено более 300 фактов. Почти на 7% возросло число лиц, привлеченных к уголовной ответственности, совершивших коррупционные преступления. На четверть больше заключено лиц, совершивших должностные преступления. В два раза больше выявлено фактов взяточества в крупном размере. За незначительные преступления в экономической сфере предпринимателей будут карать только рублем. Поправки в закон о замене уголовного преследования бизнесменов финансовым штрафом сейчас обсуждают в правительстве страны. И изменения будут внесены в действующее законодательство для того, чтобы экономические споры рассматривать на уровне хозяйственных споров. То есть это будет, но в первом полугодии определенное решение, наверное, будет принято. Кто сохраняет свое доброе имя, тот и будет дальше развиваться, будет развивать свой бизнес. Предприниматели, осуществляя свою деятельность, во многих своих сферах вынуждены ставить свои подписи, сделать какие-то, принимать свои решения. И, безусловно, без ошибок не бывает. И поэтому, если есть ошибки в экономической сфере, должны быть экономические наказания, экономические штрафы, но никак не связанные с уголовным преследованием. Тогда интерес занятия предпринимательским делом возрастет, во-первых. Во-вторых, угроза попасть под преследование резко уменьшится. Участники координационного совещания обсудили и тему детской преступности. В прошлом году ее уровень увеличился. Причем нередко нарушают закон и подростки из благополучных семей. То есть это вот ложное понятие «поймают, не поймают», «рискну, не рискну». Они не осознают, что это вот фиксируется в их жизни. Такие преступления должны предупреждать и учителя. Педагоги, отметил Михаил Игнатьев, обязаны сообщать родителям, во сколько их ребенок ушел из школы. Кто работает там по 12 часов и по 15 часов, они детей, наверное, только вечером или ночью видят. Вот с этой точки зрения здесь связь должна быть налажена. Что нужно делать? Вы подготовьте свои предложения для того, чтобы вот этот информационный обмен учителей с родителями был надлежащим образом организован. По-прежнему в республике от рук взрослых страдают и дети. Причем чаще всего эти преступления совершают близкие люди. Все субъекты профилактики, это прежде всего в муниципалитетах, это и комиссии по делам несовершеннолетних, и органы опеки, и подразделения по делам несовершеннолетних, и учреждения образования, дошкольного образования, учреждения здравоохранения вовремя должны выявлять неблагополучие в семьях и вовремя об этом ставить в известность правоохранительные органы. Отдельная тема заседания – предстоящие выборы. Необходимо, отметил Михаил Игнатьев, выявлять и пресекать любые попытки криминала пробраться во власть. Есть
изменения в действующем избирательном законодательстве, те кандидаты, которые совершали какие-то преступления, правонарушения, они зарегистрированы не будут, с одной стороны. Но с другой стороны, мы должны здесь открыто, публично всю эту работу проводить. Биографии кандидатов проверяют не только правоохранители. Недавно партия «Единая Россия» запустила программу «Криминальный фильтр». Через него пройдут все желающие принять участие в выборах. Люди с судимостью в избирательные бюллетени не попадут. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. Несколько лет назад аббревиатура ТОС объединила людей, чьим призванием стала общественная работа. Деятельность столичного территориального общественного самоуправления и палаты глав районных центров обсудили сегодня в Чебоксарах. Но сначала знакомство с успешной работой одного из первых столичных ТОС «Афанасьевский». Капремонт в многоквартирных домах, асфальтирование придомовых территорий, установка современных детских площадок, проведение уличного освещения и видеонаблюдения, установка современной хоккейной коробки – вот далеко не полный список того, что сделали за 9 лет активисты. Подумали. Фонд жилой у нас старый. Дома 60-х, 70-х годов постройки. Ну, а коль они требуют ремонта, ремонта не было, мы стали выбирать номинацию «Бережем дом, в котором мы живем». Этот ТОС не единственный в Чебоксарах. Всего их в столице 57. Сегодня в Чебоксарах территориальное общественное самоуправление является действенным звеном, посредником, связывающим муниципальную власть и жителей города. Совместно решается множество вопросов, требующих особой дипломатии и поиска компромиссов. Это и благоустройство придомовых территорий, и планирование застройки, особенно уплотнительной. Это касается в основном городов и крупных сел. А в деревне уважаемую и ответственную работу возлагают на сельского старосту, выбираемого, как говорится, всем миром. Но при всей ответственности, оказывается, у старост нет никаких удостоверений. Наводит порядок на водоеме. Там рыбаки приехали из города и так далее и тому подобное. Но есть там электрические удочки, 5-10, значит, идет лов. Он подошел, говорит, я говорю, вы что делаете вообще? А мы сказали, а вы кто такой вообще? Я, говорит, ничего не мог сказать. У меня никакой бумажки, ничего нет. Я, говорит, сказал, я староста, они. А кто такой староста вообще? Кто ты для нас? В ближайшее время обязательно будет разработан документ единого образца, сказал глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Если там в сельских населенных пунктах у нас институт старост развит, как-то мы там общий язык с населением находим. Но вот в райцентрах у нас проблема есть. Уважаемые главы, убедительная просьба. Никто... Вот еще раз говорю, никто, кроме вас, эту работу на местах не организует. Мы подразумеваем там активные люди, но им надо оказывать помощь, значит, в оформлении документов и так далее, и так далее. Надо будет индивидуально там своим активам сюда приезжайте, посмотрите. У нас есть неплохой опыт в городе Алатырь, есть неплохой опыт в городе Новочебоксарск, ну, само собой, город Чебоксары. Самые активные управленцы были награждены грамотами Совета муниципальных образований Чувашской Республики. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика. По данным Министерства образования России, в Чувашии в 5 раз уменьшилось количество детей, воспитывающихся в детских домах. Подавляющее большинство сирот или ребят, оставшихся без попечения родителей, живут в семьях, у родственников или в приемных. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Николаевых из Красноармейского района, где воспитываются 2 приемных детей. Таня – мамина радость, Анатолий – помощник папы. 10 лет брат с сестрой живут в семье Николаевых. В этой деревне уже никто не вспоминает, что дети приемные. Здесь картина большая, алмазная мозаика, 3 лошади. Это мечта нашей Тани. Хочет она всегда лошадей, рисует лошадей, смотрит за лошадьми где-то, если увидит. За 10 лет, рассказывают Николаевы, бывало всякое, но любую проблему пытались решить совместно, на своем примере показывая, что хорошо и что плохо. С первых дней они нас... приняли как маму и папу родную. С первых дней мама, папа. Только оно у нас в доме звучит мама, папа, мама, папа. И мы привыкли. Теперь мы не разделяем от своих детей и приемных детей. Они так же, как и свои дети. Такие же они для нас, они хорошие. Для нас они здоровые. Для нас любимые. Первый раз их домой привезли. Маленькие были, какие-то дикие дети были, непослушные. Время лечит, со временем стали совсем родными.
Зато сейчас успехами Тани семья гордится. Как говорят, спортсменка, активистка и просто красавица. Я занимаюсь алмазной мозаикой, но кроме того, люблю спорт. Легкая атлетика, вольная борьба, лыжные гонки и теннис. И для меня самая ценная медаль – это третье место по вольной борьбе. Анатолию недавно исполнилось 17 лет. В этом году он заканчивает школу. Мечтает получить профессию механика и вернуться в родную деревню, чтобы помогать отцу на ферме. Николаю не очень важно, станут их дети великими учеными или спортсменами. Главное, чтобы они стали настоящими людьми, честными и трудолюбивыми. Так и воспитывают. Елена Гальперина, Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Студенты Чувашии участвуют в интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа в Саранске. Им предстоит соревноваться с другими командами в программировании, парламентских дебатах и игре «Что, где, когда». Все участники олимпиады в Саранске предварительно прошли отбор на региональном этапе в Чувашии. В нем приняли участие 90 студентов из 7 образовательных учреждений республики. В итоге в сборную Чувашии вошли 12 человек. Это студенты ЧГУ имени Ульянова, Чебоксарского экономико-технологического колледжа и Чебоксарского филиала РАНХИКС. От правосудия не скрыться. Сотрудники Следственного комитета СКР по Чувашии совместно с сотрудниками МВД по Чувашии задержали фигуранта по уголовному делу о разбойном нападении и убийстве предпринимателя и его водителя, совершенных еще в 2001 году в Маргаушском районе. Мужчина в последнее время проживал в Белгородской области. Сейчас он доставлен в Чувашию и заключен под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в разбое и убийстве двух человек. По версии следствия, около 5 часов утра 4 мая 2001 года обвиняемый на дачном участке, принадлежащем 34-летнему злоумышленнику и расположенном в одном из садоводческих товариществ на территории Маргаловского района, принял активное участие в совершении разбойного нападения и убийстве фигурантом уголовного дела. Было известно, что потерпевшие собирались ехать в Нижний Новгород за продуктами детского питания с крупной суммой денег. И с целью завладения ими владелец дачи по предварительному сговору со своими сообщниками уговорил предпринимателя заехать туда под предлогом забрать попутный груз. Там злоумышленники напали на потерпевших. Уголовное дело возбудили через несколько дней. Пятерых преступников осудили на разные сроки. Трое оставшихся на свободе злоумышленников были отправлены в розыск. Спустя несколько лет двое были задержаны, а местонахождение третьего до последнего времени обнаружить не удавалось. По словам заместителя начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Чувашии Евгения Андреева, все это время мужчина контакты со своими родственниками не поддерживал. В поле зрения правоохранительных органов не попадал. На жизнь он зарабатывал, трудясь неофициально в автомастерской в городе Старый Оскол. Задержать преступнику удалось на месте проведения межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск». Наверное, почти каждый в детстве мечтает стать артистом. Сцена манит многих. Но воплотить мечту получается не у всех. В столице республики уже 34 года работает Народный театр «Родник». Здесь играют непрофессиональные артисты. Сегодня в театре премьера. Наша съемочная группа побывала на репетиции спектакля «Свояк» по пьесе чувашского драматурга Николая Сидорова. В Народном театре играют учителя, рабочие, журналисты. Ирина Сарбаева работает в школе, учит детей чувашскому языку и литературе. Но стать актрисой мечтала еще с детства. Даже образование Ирина получила театральное. Она окончила Чувашский госуниверситет по специальности театровед. Меня тянет зрители, меня тянет эта сцена. Я просто люблю быть на сцене и люблю играть для зрителей. Владимир Трофимов полгода назад вышел на пенсию. Рассказывает, что дома сидеть скучно. Раньше времени заниматься театром не было, а сейчас готов все время проводить на репетициях. Здесь как-то весело, хорошо, заряд энергии получаешь. А дома сидишь, пенсионеру что делать? Смотреть телевизор, валяться на диване, читать газеты. А здесь простор, себя можно как-то свои эмоции высказать. Театром бессменно все 34 года руководит заслуженный работник культуры Галина Скворцова. В 1986 году труппе было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». За время существования театра было выпущено более 40 спектаклей. В репертуаре пьесы русских и украинских драматургов. Но в основном, конечно, стараются работать с чувашскими писателями. Думала, ой, нынче уйду. Смотрю, осень настает, такие талантливые люди приходят. И порою, именно кто любит театр, они приходят, и вот думаю, ой, их оставить мне жалко. Нет, нынче не пойду.
И вот так и живу. Театр сотрудничает с профессиональными коллективами республики. Недавно поделиться своим мастерством с актерами-любителями пришел и Валерий Иовлев. Я без театра не могу. С ними мне интересно, потому что они хулиганы такие же, как я. А я люблю хулиганство. А тем более сейчас, когда Скворцова хотела поставить этот спектакль, это Сидорова, Николая Сидорова, Коли, думаю, это же мое. Так почему бы нет? Почему бы не работать с ними? Почему бы, что у меня есть набрано, которые в жизни набрал я профессию свою, не отдать им? Народный театр «Родник» побывал во всех районах республики. Артистов знают и в других регионах России, где компактно проживают наши земляки. А накануне Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, новый спектакль народного коллектива станет хорошим подарком любителям театрального искусства. Татьяна Молокова, Алена Алтухова, Игорь Зверев. Республика. Завтра в программе национального телевидения «Изменения». В 18:30 начнется прямая трансляция из Ледового дворца «Чебоксары-арена». Хоккейное шоу «Битва двух столиц. Сокол» против команды «Ирбис» из Казани. В программе конкурс хоккейного мастерства, автограф и фотосессии с игроками команд, конкурсы и подарки. Информационные выпуски выйдут в перерывах в 19:30 и 20:15. Таковы главные события четверга. О том, куда сходить пятничным вечером и как интересно провести выходные далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Вот так буквально волной восторга обитатели Охотского моря окатывают жителей Чувашии. Знакомьтесь, полярные дельфины, или как их еще называют, белухи, Адели и Денвер. В природе эти млекопитающие могут развивать скорость до 25 км в час, отлично плавают на спине. А после дрессировки, которую воспринимают как игру, способны на сложнейшие трюки. За разнообразие звуков, которые издают полярные дельфины, их называют морскими канарейками. Дельфины-белухи относятся к виду зубатых китов. Несмотря на грозное название и действительно устрашающую пасть, обитателей дельфинария можно гладить. Тренеры говорят, если дельфину что-то не понравится, он просто уйдет на глубину. Агрессия не в их природе. Наоборот, в истории известны случаи спасения людей белухами. Так, в 2007 году участница соревнований по дайвингу от холодной воды свело ноги. Девушка тонула. На помощь пришел полярный дельфин, который вытолкнул девушку на поверхность. Они действительно удивительные животные. Особенности это они очень добрые, игривые, всегда идут на контакт, они любят общение, они любят, чтобы с ними общались, как бы играли. И для них это, наоборот, приносит радость. Еще одна звезда программы – морской котик Тимон. Его конек – танцы и игры. С представления, кроме эмоций, можно забрать домой сувенир ручной, вернее, зубастой работы. Очень дельфины понравились. Вот час удовольствия хватил как для успокоения души. Для всего. Это столько энергии. Вот сейчас они кидали мячики, и они куда они вот эти прыгали. Мне понравилось, как они мяч хвостом пинали. Посмотреть на обитателей морей, не покидая Чебоксар, можно будет до 10 мая. Расположен дельфинарий на территории спортивного комплекса «Спартак». Подробнее в группе ВКонтакте «Дельфинарий в Чебоксарах 2016» и по телефону 373-374. Увлекательное путешествие в эпоху мезозойской эры. Тогда вам сюда, на уникальную выставку «Мир динозавров». 30 монстров шевелят лапами и хвостами, открывают пасть, моргают и даже дышат. Кстати, каждый герой этой выставки оснащен специальным датчиком движения. Пока около зверя никого нет, он неподвижен. Но как только вы приблизитесь к нему, он сразу начнет шевелиться и рычать. Ну а выглядят динозавры как живые. Кажется, сейчас этот монстр махнет мощным хвостом и перепрыгнет через ограждающий барьер.
выставка, как скажем, по последним технологиям, вот, то есть, ну, более уже с каждым годом совершенствуется. Мы что-то дополняем, добавляем. Были в 2013 году здесь, но сейчас добавили несколько экспонатов, скажем так, улучшили, что-то добавили, свет там, декорации. Вот. Ну и вновь посетили Чебоксары. На каждой выставке есть какой-то, ну, определенный, который все знают. Это трицератопс, тираннозавр, там, допустим, диплодок. Вот. Но есть некоторые, на некоторых выставках присутствует, допустим, какой-то как конек у кого-то свой есть, что ли. Вот у нас, допустим, тоже есть там недавно открытые, как газозавр, герерозавр, там, ахиллобатор. Вот такие экспонаты у нас присутствуют. Мир динозавров не единственный выставочный зал. Параллельно в павильоне работает экспозиция восковых фигур. Герои сказок, современных мультфильмов, знаменитости. А всего более 50 экспонатов. Плюс старая добрая комната смеха. Еще один зал – выставка патологии человеческого тела «Кунсткамера». Ошибки природы и последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака – вот главные экспонаты этого зала. И каждый из них по-своему завораживает. Ну, я пришел впервые сюда. Я поражен это в хорошем смысле, потому что в самом деле все так здорово. Такие динозавры, восковые фигуры, богатые декорации, очень много площадей, очень много экспонатов. Все так качественно сделано. А если вы еще не успели познакомиться с животными, обитавшими на Земле в различные исторические эпохи, то у вас есть такая возможность. Выставка работает до 3 апреля ежедневно с 10 до 19 часов в МТВ-центре на 5-м этаже.